как бы люди пафосные, но здесь мысль будет у меня была, ну, в этом нашем интервью. Итак, я начну. Рельсы, рельсы, шпалы, шпалы, стих рождается без палы. Мысли бегают мне рифмы, поэтический пейзаж. Между граненными стаканами пролетает Русь усталая, Русь ушедшая, всем забытая, растянутая в эдрис. Ночью в ней туман блуждает дымкой серого молчания, и фонарь лишь раскрывает тайны твоих венчаний. Мысль бежит другая дальше, где мой милый сон встречает. Ходит, думаю, у него в час, когда мне так темно, рельсы, рельсы, чушь на рельсы гармонично пролегла. Скука, одиночество и запах мытого постельного белья. Рельсы, 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 было бы хорошо отвлечься. За окном зима, зима, и она вне времени и рельс, красива и проста. Все подняли тему, подняли руку, кто куда продолжит. Я не по срочке, если вы имели в виду, пожалуйста, я передаю. Нет никого, есть я и небо, и спит под домом мученица пыль, и есть луна в высоком небе, скрывает облаком свой пыл. Ночь, как дитя, уходит с ветром, по лестнице из звезд бежит, и обнимаюсь вновь с рассветом. Я обожаю нашу жизнь. Не от машин, от повседневности. В городе душно. Не от людей, от безысходности. В поисках места, где бы вдохнуть свежего воздуха, ты поднимаешь взгляд к облакам в небе над городом. Если забыться, глядя в него, мир опрокинется. Люди, машины сыплются вниз, станут ничтожными. Словно у птицы руки твои станут воздушными. Ты улыбнешься и улетишь в небо над городом. Взгляды усталых рвутся туда, в небо над городом. Взгляды свободных носятся там, в небе над городом. Взгляды влюбленных встретятся там, в небе над городом. Души умерших смотрят на нас с неба над городом. В городе будни. Люди спешат, люди толкаются. Кто-то заденет тело твое глупо застывшее там, где полюднее. Чтобы спросить, сколько, мол, времени? А времени нету. Вечен покой в небе над городом. Перевернуть бы этот мир, и вон подальше, похоть, злобу, мы сами глушим звуки лир, кушая грязи этой пробу. Мы сами пьем из чаши зла и удивляемся исходу. Вдруг ноша стала тяжела, и не вернуть свою свободу. Я гашу свои печали с днем ушедшим в пустоту. По ночам дышать не бродят, знать, простите, не могу. Но довольно на сегодня нагонять тоску на дух, пусть печаль, как сон, уходит завтра, весело проснусь, открою настежь окна, утром рано, на заре, и наполню душу счастьем, что подает солнце. Пора, пора проснуться, пора понять, что раз живем, и в море счастья окунулся. Давай с тобой от бед уйдем, займемся тем, что интересно, пусть выгоды здесь никакой, душа твоя займет то место, что предначертано судьбой. Пусть будут горе и печаль, без жизни, ой, без них не видно в жизни счастья. Пусть ты споткнешься невзначай, но кто-то добрый скажет «Здрасте». Пусть вечерами одинок, раскрой глаза, открой ты душу. Там у подъезда ждет щенок, который был судьбой укушен. Пусть вечно валятся из рук слова не те и фразы тоже, но вечером раздастся стук, и вы как прежде, вы да дружи. Пусть все идет совсем не так, работа, деньги, дом, работа. Пусть в жизни ваши кавардак, раскрой же крылья для полета. Поверь в себя, поверь в мечту, она фонарик в бренном мире, она причал в чужом порту, она прицел в нелегком тире. Спасибо большое. У нас есть продолжение, да? А я уже хотел было завершить. Но все-таки Андрею слово дадим. Давайте, пожалуйста. Современному искусству, да, конечно. Ну, продолжим, в принципе, эту тему.
Звуки гонка, вибрация под кожей, огонь палит родством между душой и ложью. Мой устман путь усталостью ненастен, время от рождения — это принадлежность касте. Воины устали от кровавых указаний, сложены ружья, на ужин будут есть лазанью. Читается усталость в полуприкрытых веках, души изранены, пусть придет великий лекарь. Это время суждено плодить индиго, растить цветочный мир, растить умы на книгах. Не надо демагогии по поводу работы, хватит, ведь новые псалмы рождаются в тетради. Индустриальный мир не почва, а скорее яма. Какими были корни, подскажет прана-яма. Сегодня время жить, сегодня то число. Мы дружно караваном уходим на восток. У меня вспомнилась дежурная шутка про рэп. Знаете, почему на Северном полюсе нет рэперов? Потому что... Почему? Вот. Да. Но, тем не менее, поскольку тема неисчерпаемая, давайте отметим человека, который дважды выступил у нас в цепочке. Я, если не изменяет память, это Оля Артемова. Все правильно? Участница группы «Непризнанных поэтов». Мы хотим говорить вам такой скромный подарок от нас, пожалуйста, чтобы вам было куда писать свои мысли. И если вдруг так получится, что мысли какие-то будут разные, можно их писать разными пастами, но при этом одной ручкой. Да, вот такое у нас уникальное наноизобретение. Друзья, и поскольку еще раз возвращаемся...